I – это слияние, как мой преподаватель говорит, как ключ подходит к замочной скважине. Также его, как гармония или любовь, еще можно использовать. И здесь вот как раз энергия, ки, энергия, жизненная энергия, она в этом иероглифе и находится. До – это путь, дорога, путь врача, путь, я не знаю, там, директора, путь. То есть это то, когда человек осознает, что он на своем пути, и он двигается в направлении выбранной, возможно, профессии либо какого-то дела. Дело, которое выбрали для себя сотрудники Marine Spark Hotel Новосибирск, это гостеприимство. И движение по этому пути они не представляют без постоянной работы над собой. Расти и духовно, и физически 12 сентября им помогали в одной из самых известных школ в Сибири – Дзики Синкай. На протяжении 2 часов сотрудники отеля учились правильно двигаться, переносить вес тела, а еще сохранять баланс в любой ситуации и находить бреши в обороне противника. На мастер-классе тренер показал, как выигрывать поединки еще до их начала. Ведь каждая победа начинается именно с превосходства разума, с понимания, как свести на нет все преимущества нападающего и суметь перевернуть ситуацию в свою пользу. Происходит захват. Смысл какой? То есть вот состояние на сустав. То есть движение идет к суставу. Разнообразные захваты, болевые приемы и броски сотрудники Marine Spark Hotel Новосибирск отрабатывали на совесть. Каждый сыграл и в защиту, и в нападение, и уж точно не один раз упал на маты. Партнеры по спаррингу сменялись один за другим, однако главную победу каждый одержал самостоятельно. Победа над собой. Истинная победа – это победа над собой. Сегодня мы посетили мастер-класс по айкидо Дзики Синкай. Было очень познавательно и очень интересно. Было очень много веселых моментов, да. Мы познакомились ближе, да. Скажем так, это очень контактный вид спорта. При этом, да, то есть философия его – это найти свой путь, найти свою дорогу и идти ей. Поэтому мы идем вместе, идем своей дорогой.